Кровь, деревня Горбюшки Тишинского района. Здесь в 2015 году компания «Термострой» заменила вот выпускную трубу. Прежняя труба была маленьким диаметром, не справлялась с водами, которые идут здесь с полей. Ну, заменили трубу, но на тот же самый диаметр. Плюс не положили бетонные отливы, желоба, в котором вода уходила в реку Решенка. Ну и что тогда началось? Земля начала проваливаться. Местный фермер Пантелей Чёлок забил тревогу. Последний раз мы здесь были в сентябре этого года. Показали, что провал расширяется, и тогда Пантелей Пантелеевич предрёк, что следующей весной начнет рушиться непосредственно дорожная насыпь. Его предсказание сбылось уже. Вот сегодня, 7 ноября, с 6 на 7 ноября на сегодняшний день прошли сильные дожди, и насыпь таки обрушилась. Теперь надо ждать, когда рухнет дорожное полотно.